Птичек кормят, да? Значит, они какие? Хорошие. Хорошие. Еще какие? Добрые. Добрые. Коррекция, реабилитация, развитие. В этих направлениях второй год работает коррекционно-развивающий центр «Говоруша». Его посещают дети в возрасте от 1,5 лет и старше. С ребятами занимаются логопеды, дефектологи, нейропсихологи, психологи. Учитель начальных классов центра ведет подготовку к школе. Здесь работают с детьми, у которых есть разные особенности развития. Это в основном детки с отсутствием речи, с двигательными нарушениями, с нарушением аффективной сферы, с задержкой психического развития. Мы на госзаказ мы собираем документы. Мы можем принять, ну я думаю, человек 20 мы точно можем принять. Но на то, сколько нам даст государство, мы не знаем. По результатам диагностики мы будем смотреть, какие специалистов нужно будет подключить. Индивидуальные и групповые занятия будут проходить 3 раза в неделю. Сотрудничать с государством коррекционно-развивающий центр начнет в 2024 году. Но здесь уже успешно работают с карьерным центром. Я выучилась на учителя английского языка, вот, и искала работу, и думала пойти в центр работать, потому что в школе как бы больше детей, вот, а здесь такие маленькие, мне больше с маленькими нравится. Хотела бы тоже учиться на дефектолога, попробовать работать. Обучение на дефектолога девушка пройдет в самом центре. Сейчас в нем трудится 10 специалистов. Занятия посещает 85 детей. Дарья Пашманцева, Вадим Ударисов, МТРК.